В почтовом вагоне и душная тряска, мы едем, глотая дорожную пыль. А может быть, так начинается сказка, которая очень похожа на быль. В том мире, где все продается за деньги, где счастье богатым, а бедным беда. Лишь только поэты и малые дети о сказках мечтают еще иногда. Нам 10 шагов остается до сказки, нам 9 шагов остается до сказки, нам 8 шагов остается. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Какой чудесный замок. Он и в самом деле чудесный. Его подарил нашему королю великан Кракомор. Украл его в соседнем королевстве и перенес к нам. Ну, это, конечно, сказка. Конечно. Но это правда. Я не понимаю. Но это потому, что вы приезжий. А вот если вы не рассердитесь на меня, то я вам сейчас все объясню. Пожалуйста, пожалуйста. Видите, дело в том, что я ученый. Поэтому вы объясните мне, научите. Мы ученые учимся всю жизнь. Ой. Не смеется надо мной, наверное. Нет, нет, нисколько. Вы понимаете, мы живем в совсем особенной стране. И все, что рассказывают в сказках, у нас бывает на самом деле, каждый день. Ну, например, у нас есть маленькие эти самые мальчики с пальчики. У нас есть спящая красавица, великаны, людоеды. Людоеды? Ну да. Только они работают оценщиками в городском ломбарде. Неужели это в самом деле? Да, 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 да. Слушайте, ну ведь это же очень интересно. Значит, я в сказочном королевстве? Да. А скажите, а вот сказочной принцессы у вас нет? Есть. Признавайтесь, это вы? Вы, конечно, пошутили, сударь, но все равно спасибо вам за это. Нет. Я не принцесса. Я простая девушка, а мой отец хозяин гостиницы. Вот, это еще лучше. Стройте мне комнату. Ну, конечно, если вам будет угодно, сударь, но у нас очень скромная гостиница. Это меня совершенно не волнует. Пора спать, а мне совсем не спится. И вот я беседую сам с собой. А это очень грустно. Это признак постоянного одиночества. Впрочем, если подумать, я не так уж одинок. Куда бы меня ни забросила судьба, за мной следует мой старый-старый испытанный друг, моя тень. Слушай, тень, опустились сумерки, и эта скучная комната стала волшебной. Плед, брошенный на кресло, кажется мне милую и добрую принцессой, и она пришла ко мне в гости. А эти часы, это вовсе не часы. Это ее постоянный спутник, ее тайный советник. А кто это там? Кто этот таинственный незнакомец? Это жених принцессы. Но позвольте, ведь влюблен в принцессу я. Это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. Прелесть моих выдумок заключается в том, что как только я зажгу свечу, все сразу станет на свои места. Что за чудеса? Должно быть, я вижу сон? Нет. Это не сон, это сказка. До свидания, господин ученый.
Мы еще увидимся. До свидания, ученый. Мы еще встретимся. До свидания, уважаемый ученый. Мы еще встретимся. Может быть, все кончится вполне благоприлично, если вы будете благоразумны. Доброе утро, господин ученый. Доброе утро, Аннунциата. Простите, сударь, у вас вчера были гости? Гости? Ну, я слышала голоса в вашей комнате. А, просто я уснул и разговаривал сам с собой. Простите, сударь, но я слышала женский голос. Естественно. Я видел во сне принцессу, она пришла ко мне в гости и соизволила говорить со мной. Вы опять шутите? Конечно. Спасибо вам за это. Вы так добры ко мне. И мне так весело с вами. Наверное, мне послышались голоса в соседней комнате, и я все перепутала. Может быть, может быть. А скажи, Аннунциата, каждый, кто приезжает в вашу страну, попадает в какую-нибудь сказку? Да, сударь, к сожалению, это так. Почему, к сожалению? Ну, потому что многие сказки кончаются очень печально. Будьте осторожны. Да. Непонятно. Нет, я понимаю, чтобы не простудиться, надо плотнее укутывать горло, чтобы не споткнуться, надо смотреть под ноги. Как же уберечься от сказки с печальным концом? Ну, я не знаю, господин ученый. И все-таки вы, пожалуйста, будьте осторожны. Вы очень хороший человек. А именно таким чаще всего и приходится плохо. Откуда ты знаешь, что я очень хороший человек? А вы чем-то похожи на господина Андерсена. Он ведь жил когда-то в этой комнате. Ганс Христиан жил в этой комнате? Да. Ему очень нравилось здесь работать. Он говорил, что здесь очень-очень тихо. Не обращайте внимания, сударь. Я думаю, отец поссорился с кем-то. Он очень вспыльчив и чуть что палит из пистолета. Только ни разу никого не убил. Потому что он очень нервный и всегда дает промах. Это явление мне знакомо. Если бы он попадал в цель, то не палил бы так часто. Черт, сейчас сидит. Аннунциата! Аннунциата! Перестаньте, как вам не стыдно? А что же мне делать, будь оно все проклято? Жилец комнаты номер 15 опять ведь отказался платить. И что же, из-за этого надо в человека палить из пистолета? Да я не в него, я в 14-го. Он что, тоже не платит? Да нет, он платит, но он ничтожит, его терпеть не может наш первый министр. А в этого 15-го не очень постреляешь, он человек опасный, он работает в газете. Подумаешь, и пострелять нельзя. Аннунциата! Ах ты дрянь, ах ты лентяйка! Иди немедленно перезаряди мне пистолет! Ты же видишь, папа стреляет! Во все нужно ткнуть носом, все нужно объяснить. Убью! Иду, папочка миленький. А я вижу, ваша дочь не очень-то вас боится. Да, черт возьми, обращайся со мной так, как будто я самый лучший отец в городе. А по-моему, так оно и есть. Не ее дело это знать. А вас я давно хотел спросить. Зачем вы сюда приехали? Искать принцессу? Пронюхали про завещание? Какая принцесса? Какое завещание? Ну, брось. Знаем мы вас. Ну, конечно. Каждого хочется разбогатеть. А пусть весь мир провалится в тартарары. Бьюсь, как рыба об лёд, верчусь, как штопор. Не могу свести концы с концами. Еще приходится служить, чтобы не околеть с голоду. Простите, а кем вы служите? Служу, работаю. Оценщиком в городском ломбарде. Вы оценщик в городском ломбарде? А что ж тут такого?
Кому нужен клеветник? Клеветник! Молодые люди и дамы, господа и дамы, покупайте яды, покупайте яды. Странное королевство. Спящая красавица живет напротив ростовщика. Мальчик с пальчик торгуется, как дьявол с лавочниками. Синяя борода играет на бирже. Почему вы опоздали? Простите. Как странно вы разговариваете со мной. Вы что, меня не узнали? Узнал. Вы Юлия Джули. Простите. Мои глаза опять меня подвели. Я ужасно близорука. Кто вы? Я приезжий ученый. О! А почему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу настоящих людей? А что же это за круг? Ну, это мы, артисты, писатели, придворные. У нас бывает даже один министр, да. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты? Нет. О, какая жалость, у нас-то не принято. Но я, кажется, готова простить вам и это. До того мне вдруг понравились, да. Ах, какое у вас милое, доброе лицо. Вы не сердитесь на меня? Нет, нет. Ну, хорошо. Что это такое? Это зрители ведут на премьеру новой пьесы. Вы не волнуйтесь, их потом отпустят. Послушайте, здесь шумно. Пойдемте куда-нибудь. Вы знаете, мне вдруг показалось, что вы именно тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, покажется по голосу, по речам, вот он, такой человек. А подойдет поближе, о, совсем не то. Отступать уже поздно, слишком близко он подошел. Это ужасно, да? Быть красивой и близорукой. Цезарь, что вы здесь делаете? Я подслушивал. Вам нравится моя откровенность? Не отвечайте. Если вы скажете да, он вас возненавидит. Скажете нет, он будет вас презирать. О! Юлия, Юлия, злая Юлия. Разрешите представиться. Цезарь Борджа, журналист. Вы обо мне слышали? Нет. Хм, еще услышите. А как вам нравится мое имя, а? А моя трость, а моя улыбка? Это тот человек, с которым я вас перепутала. Как я могла ошибиться? Он хочет нравиться всем на свете, и он раб моды. Когда в моде был загар, он загорел как негр. Потом загар вдруг вышел из моды, и тогда он решился на операцию. Кожу из-под трусов, это было единственное белое место на его теле. Врачи пересадили ему на лицо. Я надеюсь, операция вам не повредит. Ну что вы, нет, он стал еще бесстыднее. И теперь пощечина называет просто шлепок. О, Юлия, Юлия. Почему же вы дружите с этим человеком? А-а-а. Я? Да я пишу о ней рецензии. Очень неблагодарная работа. Выругаешь человека, а он недоволен. Ну что же, отплатите мне откровенностью за откровенность. Пожалуйста. Зачем вы приехали к нам? Я приехал к вам, чтобы изучать историю вашей страны. Вы профессор? Нет. А-а-а. Так вот, профессор, со мной не нужно хитрить. Я знаю, зачем вы приехали к нам. Знаю. Услыхали про завещание. Опять это завещание. Объясните мне, наконец, что это такое? Нет, нет, не объясню, не объясню. Нет, 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 нет. Я только хочу власти, хочу почет, хочу славы, хочу денег. И он думает, что их достоин? Странно. Вчера вечером мне казалось, что я приехал в страну сказок. Ваша страна, увы, похожа на все страны в мире. Сказки? Скучнейшая проза жизни, серые будни, вечная нехватка денег. Это же надо себе представить. Я, Цезарь Борджа,
имя которого известно всей стране в целях заработка, еще вынужден служить. Простите, а кем вы служите? Оценщиком. Оценщиком в городском ломбарде. Так, скажи, пожалуйста, Аннунциата, сколько в городском ломбарде оценщиков? Много, господин ученый. И что, все они людоеды? Ну, почти все. А почему ты не спишь? А я жду вас. У меня фонарь, чтобы вы не споткнулись в темноте. А мне что-то не спится. Мне хочется с тобой немножечко поболтать. Ой, спасибо вам за это. Слушай, Аннунциата, я все время слышу о каком-то завещании. Скажи, пожалуйста, что это такое? Это тайна, господин ученый, это страшная тайна. Ее знает только принцесса. Ну, еще весь город. Ну, расскажи, пожалуйста. Ну, хорошо. Наш последний король был Людовик IX Мечтательный. Ну, мальчишки назвали его не мечтательным, а дурачком, но это совершенно неверно. Покойный, правда, показывал им язык, высунувшись в форточку. Но они же сами были виноваты. Зачем же они его дразнили? И бедняге очень не везло с министрами. Он даже хотел казнить половину кабинета. Но он никак не мог решить, какую именно половину ему казнить. И он махнул рукой на государственные дела. И стал увлекаться плохими женщинами. Неужели? Да-да-да. И это очень его утешило. Но, с другой стороны, расстроило его здоровье. И он поболел-поболел и умер. И оставил завещание. Да. Наконец-то мы подошли к сути дела. Ложитесь спать, честные горожане! Разбойники и воры, выходите на работу! Ложитесь спать, честные горожане! А в завещании король написал: «Дорогая доченька, не выходи замуж за принца. Я знаю всех принцев мира наперечет, и все они слишком большие дураки для такой маленькой страны, как наша. Уйди из дворца, поселись где-нибудь в городе и ищи, ищи, ищи. И найди себе какого-нибудь умного, доброго и честного мужа. Пусть это будет незнатный человек, а вдруг он сумеет хорошо управлять страной. А? Вот было бы здорово. Так постарайся, пожалуйста, папа». Так и написал? В точности. Ну, не смотрите на эту девушку. А вдруг она плохая женщина? А вдруг дело еще хуже? Вдруг это принцесса? Весьма-весьма. Но ведь если узнают, что она принцесса, то все захотят на ней жениться. Вас ведь тогда растопчут давки. Да-да, конечно, конечно. Ну какая несчастная девушка, сударь. Какая удивительная ночь. Если б не вечное мое беспокойство, если б не казалось мне, что весь мир несчастен из-за того, что я еще не придумал, как его спасти, то было бы совсем хорошо. Падающая звезда. А я, как всегда, не успел загадать желание. Откуда вы меня знаете?
Вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимают тропинку в горах, луну, хорошую погоду. Я не знаю, о чем вы думаете, но чувствую, что мысли ваши так же прекрасны, как ваши волосы, ваши глаза, ваше лицо. Вы сами сочинили все это? Или заказали кому-нибудь? Я? Нет, я... Не отвечайте, все равно вы меня обманете. У вас очень странное лицо. Чем же? Когда вы говорите, то кажется, будто вы не лжете. Я и в самом деле не лгу. Неправда. Все люди лжецы. Вы несчастны? Ну, не знаю. Да. Почему? Так. Все люди негодяи. Неправда. Так говорят только те, кто выбрал самую ужасную дорогу в жизни. Они безжалостно давят, душат, грабят, клевещут. Кого жалеть, ведь все люди негодяи. Так значит, не все. Нет. Хорошо бы, если бы это было так. Все равно я никому и ничему не верю. Никому и ничему не верить? Да ведь это смерть. Как вы меня огорчили. А мне все равно. Ну вот, теперь вы не захотите со мной разговаривать. Захочу. В жизни не все так просто, как кажется. И ваши мысли не похожи на те, которые я ждал. И все-таки... Все-таки я люблю вас. Любите? Люблю. Уходите. Нет, останьтесь. Но если завтра утром вы осмелитесь не прийти сюда, я прикажу вас. Нет, я просто ужасно огорчусь. Тень. Моя добрая, послушная тень. Пойди туда, к ней. И скажи, мой господин так любит вас, так любит, что вы ничего не бойтесь и не огорчаетесь. Все будет прекрасно. Никуда ты не пойдешь. Ученый, что с вами? Вы живы? Ну, что же вы молчите, господин ученый? Отец! Отец! Что ты орешь-то?
Ты же знаешь, папа подслушивает. Я не заметила. Родного отца не замечает, тоже ли? Добрый вечер. А, вы тот как тот? Да, да, да. Так, берите его за ноги. Смотрите. Что еще? У него нет тени. Этого только нам не доставало. А вдруг эта болезнь заразная? Все мои жильцы разбегутся. Человек без тени – это самая печальная сказка на свете. Ну-ка, пойди принеси ему подушку и одеяло. Живо! Бьюсь об заклад. Вот та девчонка у решетки была принцесса. Похоже на то. Ну что ж вы не палите из пистолета, не клянете всех и вся, не кричите? А, нет. В серьезных делах я тих. Нужно будет съесть его при первой возможности. Да. Надо, надо. Да, да. А под каким соусом мы его будем есть? Уходите отсюда! Я знаю, что вы задумали. Убью! Вот она, любимая дочь. Родного отца не уважает. Ничего святого. Пьетро. Доброе венцо. А закусить нечем. Тень. Что тень? Нужно срочно разыскать его тень. Она же никогда в жизни не простит ему, что была когда-то его тенью. И поможет нам с вами его съесть. Пьетро, молодец. Умница. Доктор, отчего у меня под коленкой бывает чувство, похожее на задумчивость? Под которой коленкой? Под правой. Пройдет. Доктор, почему у меня за обедом между 8 и 9 блюдом появляются меланхолические мысли? Какие, например? Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту. Это пройдет. Доктор, почему мне после 40-й ванны перестали нравиться шатен? А кто вам теперь нравится? Одна блондинка. Пройдет. Доктор, что мне делать? А что такое? Я потерял аппетит. Ну, это ерунда. Найдется. Вот у меня один пациент потерял тень. Вот это действительно интересный случай. Эй, новенький, клади сюда 3 подушки. На этом кресле будет сидеть господин министр финансов. Он тяжело болен. Болен чем же? У него паралич. Паралич? Год тому назад один негодяй задумал его отравить. Какой ужас! Ты не огорчайся прежде времени. Господин министр финансов пронюхал об этом и скупил все яды, какие только были в стране. Какое счастье. Ты не радуйся прежде времени. Тогда преступник предложил за эти яды 3-ю цену. Господин министр согласился, продал яд, и преступник отравил его. Вся семья его превосходительства изволила скончаться в страшных мучениях. А сам он до сих пор еле-еле жив. Но на этой комбинации он получил 200% прибыли. Понял, как надо вести дела? Понял. Господин самый старший лакей, а почему господа министры заседают здесь, а не у себя в кабинете? Потому что у кабинета есть стены, понял? Никак нет. А у стен есть уши. Теперь понял? Так точно. Господин самый старший лакей, но ведь и у меня есть уши. А ты ничего не разберешь. Почему? Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. А много ли ты поймешь с полуслова, а? О, идут. Слуги, придайте мне позу озабоченного раздумья о благе государства. Быстро. Здоровье. Отврат. Дела? Очень плохо. Почему? Конкурия. Инфляция, во льва. Про нашу принцессу слыхал? Да. Мне доклад.
Этот ученый похитил ее сердце. Как вам это панора? Мне это совсем не панора. Mm-hmm. А кто он, этот ученый? Шантажист? Вор. Если бы. Жулик. Хуже. 39. Он честный человек. Был бы он жулик, мы бы его обжулили. А поступки честных людей бывают такие загадочные, да, что мы... Вы знаете этого ученого? Надо ку или у? Лучше у. У так у. И сделаем это самым деликатным образом. Там, где замешана любовь, надо действовать с помощью дружбы. Понимаешь? Нет, не понимаю. Только друг знает, что он любит. Только друг знает, чем его можно купить. Только друг знает, чем его можно погубить. А где мы возьмем этого человека? Я здесь. Кто это? Что это? Кто вы? Я тот, кто вам нужен. А знаете, доктор... Спасибо. Я совсем здоров. Да-да. Потерять тень – это все равно, что сбрить бороду. В первый день чего-то не достает, ну, а потом привыкаешь. И все-таки я вас выслушаю. Пожалуйста. Вздохните. Так. Вздохните тяжело. Так, с облегчением вздохните. Так, посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Так. Ну, что вы скажете, доктор? А он же говорит, что он совершенно здоров. Да, он здоров, у него растет новая тень, но дела его плохи. Как? И будут еще хуже, пока он не научится смотреть на все сквозь пальцы. Пока он не махнет на все рукой, и пока он не овладеет искусством пожимать плечами. А что же делать? Ну, ответьте. Доктор, пожалуйста, ответьте. Ну, ему надо беречься. Беречься. А он улыбается. Доктор, поговорите с ним. Поговорите с ним, пожалуйста. Кристиан Теодор. Кристиан Теодор, выслушайте меня, наконец. Это верно, что вы собираетесь жениться на принцессе? Конечно. Доктор, запретите ему. Ему это вредно, правда? И он знаком с ней всего неделю. Ну? Милая девочка. Тут на юге все растет очень быстро, в том числе и любовь. Да. Христиан Теодор, вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми? Да, мечтаю. Но, женившись на принцессе, вы станете королем. В том-то и сила, что я не стану королем. Принцесса любит меня и уедет со мной. Я докажу самым нелюбопытным и самым непонятливым, что королевская власть бессмысленна и ничтожна. И люди вас поймут? Поймут. Я докажу им это на живом примере. А вы знаете, что я когда-то сделал великое открытие? Я открыл источник живой углекислой воды. Вода эта излечивает все болезни на Земле и даже воскрешает мертвых, если это хорошие люди. А чем это кончилось? Министр финансов приказал закрыть источник, потому что он знал, что ему не поможет никакая живая вода, а до других ему не было дела. Ну, вы боролись? Боролся. Я боролся, как бешеный. Но они победили, и я решил махнуть на все рукой. Чем же вы живете? Ради чего вы живете? Как же? Вот... Поправился больной, вот жена уехала на 3 дня. В газетах пишут, что я все еще подаю надежды. Ну, мало ли. Какой вы молодец, вы совершенно здоровы. Да, Юлия. Ох, это вы, доктор. Да, это я, Юлия. Ну, что вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Убирайтесь.
Ну? Зачем вы его прогнали? Ах, вот вы где! Видите ли, его когда-то любила, а таких людей я потом ужасно ненавижу. Несчастная любовь. Хуже. Целовать его приходилось только в затылок. Почему? Он все время оборачивался и глядел, не идет ли его жена. Но довольна о нем. У меня для вас есть сюрприз. Письмо от принцессы? Гораздо лучше. Луиза? Терпеть не могу писать письма. Луиза. Христиан Тодор, как я рада вас видеть. Оцените, какой я преданный друг. Я привезла вам принцессу и делаю вид, что не ревную. Спасибо, Юлия. Девочка, возьми, пожалуйста, мой плащ. Девочка, принеси, пожалуйста, стакан лимонаду. Нет, лучше стакан воды. Нет, лучше лимонаду. Луиза, любите ли вы меня по-прежнему? Нет. Я люблю вас 1000 раз сильнее, чем раньше. Луиза, давайте уедем отсюда навсегда. У меня предложение. Давайте завтра встретимся на вокзале, возьмем билеты и уедем отсюда навсегда. Вы согласны? Христиан Теодор, когда вы так говорите, то я не понимаю, чем вы меня спрашиваете. Я слушаю только звук вашего голоса. Я не знаю, чем вы меня просили, но я согласна. Он сказал, что завтра вечером он везет вас из этой страны навсегда. Вот и все. Старший лакей. Нам велено явиться во дворец. Наверное, нас хочет видеть господин младший лакей. Мы, черт возьми, устроили его сюда на работу. Вы ошибаетесь, господа людоеды. Вас желает видеть его превосходительство. Чиновник по особо важным делам главной королевской канцелярии. Прошу вас. Вам это удалось. Вот это успех. А? Я, как всегда, ни при чем. Спасибо, ваше превосходительство, что не забыли ваше превосходительство. Я вас не забыл. И не забуду впредь. А вы должны забыть, кем я был, и помнить, кем я стал. А теперь слушайте меня внимательно. Мне поручено дело номер 8989 о замужестве принцессы. Принцессы? Здесь есть все. И принцесса, и он, и вы, и настоящее, и будущее. Я только хотел узнать, кто назначен женихи к принцессе. О, вот и меня это совершенно не волнует, как и все в этой семье. Женихи! Принцессе назначены многие, в том числе и вы оба. Как это оба? Я и он? Какого черта ей нужно, конечно, я? Господа, все-таки принцесса должна иметь выбор. Я предлагаю, она выбирает. Да вы не расстраивайтесь, у нас при дворе есть много соблазнительных вещей, кроме принцессы. Деньги, титулы, господа. Ну и черт с ним, ваше превосходительство, заплатите мне только. Доношу до вашего сведения, что принцесса влюблена в ученого. Она черт возьми, приходила к нему на свидание, ваше превосходительство. Вот. О чем они разговаривали? Мы не слышали. Идиоты! Чем вы там занимались? Мы подслушивали. А ничего не было слышно. Кстати, Пьетро, там же была ваша дочь. По-моему, ее нужно
допросить. Замолчите, вы, чума вас раздери. Ее там, можно сказать, почти что и не было. Она ходила за лимонадом. А ваша баба Юлия Джули была? Юлия Джули? Певичка. Это интересно. И лишь припомнится нам иногда, но я гляжу на вас, словно в первый раз. Мне не нравится выражение глаз. В них видна любовь, в них безумие вновь. Я уверяю вас, да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. Лакеи, придайте мне позу, располагающую к легкой, остроумной болтовне. Очаровательность, Цирце, Афродита. Шелунишка-куртизан. Богиня. Диана. Вы мне должны помочь в одном деле. Я готова для вас на все, если это не очень трудно. Сущие пустяки. Вы должны мне помочь уничтожить приезжего ученого по имени Христиан Теодор. Ведь вы приезжали к нему с принцессой, не так ли? Я? Вы. Нет. Значит, да. Нам известно, что принцесса собирается с ним бежать за границу. Скажите мне, когда? И по какой дороге они хотят бежать? Вы молчите. Лакеи, позу крайнего удивления. Я крайне удивлен, Юлия. Почему вы молчите? Потому что не знаю, что сказать. Не понял? Я сама себя не понимаю. Это отказ? Не знаю. Это отказ. Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джули. Что происходит? Почему молчите? Да вы сами влюблены в эту мальчишку. Молчать! Встать! Руки по швам. А, перед вами мужчина, а министр. Завтра же все газеты разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу частную жизнь. Подождите! Не подожду! Подождите! Тихо! Подождите! Под суд! Я вас с вами... Лакеи! Топнуть ногой. Да не своей, моей, вот этой! Убирайтесь прочь, болваны! Прощайте, бывшая знаменитость! Но взгляните на меня, ваше превосходительство! Неужели вы не понимаете, что вы для меня прежде всего мужчина, а потом уже министр финансов? Да, Нора. Даю вам слово. Даю вам слово. Честно. Но разве мужчине может сказать сразу «да»? Конечно нет. Конечно нет. Афродита, Цирцея, Киприда. Шелонишка-куртизан. Но уточним. Да. Вы согласны? Теперь я отвечу «да». Лакеи, обнять ее. Да не вы, болваны, я! Я сам хочу ее обнять. Ой! А теперь, Юлия, чувствуете себя крайне беззаботно, но служите меня в оба уха. Итак, первый вопрос. Когда? И второй вопрос. Где? Простите, вы не узнаете меня? Простите. Нет. Тогда посмотрите на меня внимательнее. Что такое? Я чувствую, что я знаю вас. И знаю хорошо, но... А мы столько лет прожили вместе. Что вы говорите? Уверяю вас, мы выросли вместе. Я следовал за вами неотступно. Я беззвучно повторял все ваши слова. Вы мало обращали на меня внимания. А ведь часто я бывал выше вас. Поднимался до крыш самых высоких домов. Так значит, вы? Чш. Да. Я твоя тень.
Моя тень? Не сердись на меня за то, что я покинул тебя. Но ведь ты сам послал меня к принцессе. Конечно, конечно. Я ничуть не сержусь на тебя. Правда, я без тебя болел. Но теперь все хорошо. Скажу даже больше. Сегодня самый прекрасный день в моей жизни. Сегодня самый несчастный день в твоей жизни. С чего ты взял? Принцесса не придет сюда. Первый министр узнал о ваших планах. Принцессу посадили под замок. А тебя он приказал убить. Куда ты? Во дворец. Я должен увидеть ее. Освободить. Негодяи. Они убьют тебя. Кристиан Теодор. Друг мой, брат мой. Поверь. Еще и солнце не взойдет, как ты будешь мертв. Что же делать? Подпиши это. Я, ниже подписавшийся, решительно и бесповоротно отказываюсь вступить в брак с наследной принцессой, если взамен этого мне обеспечены будут слава, почет и богатство. Ты что? Серьезно предлагаешь мне подписать это? Подпиши. Если ты не мальчик, если ты настоящий человек. Да как ты смеешь? Слушай меня. Эта бумажка успокоит их. Принцессу сегодня же выпустят, и вы сегодня же уедете отсюда. Я не могу. Я умоляю тебя, подпиши. То есть, не я тебя умоляю. Принцесса прислала меня к тебе и просила передать вот это. Да. Это ее перчатка. Подписывай. Подписывай. Время не ждет. Я не могу лучше умереть от руки убийцы. Ты сам убийца. Своим отказом ты убиваешь меня, своего лучшего друга и бедную беспомощную принцессу. Ты уверен, что нет другого выхода? Нет. И не будет. Подписывай. Ужасно не хочется. Приложи свою печать. Сиди здесь и никуда не уходи. Через полчаса я привезу сюда принцессу. Ради бога, выслушайте меня! Это еще что такое? Вы кто такой? Принцесса, я лучший друг Кристиана Теодора. С ним что-нибудь случилось? Нет, нет. Он прислал вас сюда? Ничего не случилось, принцесса. Его задержали важные дела. Вы не волнуйтесь. Все будет прекрасно. Вы не влюблены, вам хорошо будет, что все будет прекрасно. К тому же я принцесса, я не привыкла ждать. Принцесса, вы уедете ровно через 2 часа 15 минут. А эти 2 часа 15 минут он прислал вас развлекать меня? Ну, что же вы молчите?
Я боюсь, что мой ответ покажется вам дерзким, принцесса. Ничего, говорите. Я молчу, потому что ваша красота поразила меня. Ну, это вовсе не дерзость. Мне неловко вам напоминать, но я принцесса. Я привыкла, чтобы меня развлекали. Хорошо. Я буду рассказывать вам сны. Ваши сны. Мои? Вчера вам приснилось, будто стены вашей комнаты превратились в морские волны, и вы крикнули: «Христиан Теодор!» И он появился в лодке и протянул вам руку. Откуда вы все это знаете? Любовь творит чудеса. Любовь? Да! Я глубоко несчастен. Я люблю вас! Вот как? Советник, пойдите сюда. Нет, отойдите на 5 шагов. Я до того полон вами, что ваша душа мне ясна так же, как моя. Я знаю все ваши сны, и страшные, и смешные, и такие, какие можно рассказать только на ухо. Нет. Однажды вам приснился не Христиан Теодор, а кто-то другой. И именно это вам было приятно, принцесса. И вы с ним... Советник! Говорите еще. Люди не знают теневую сторону вещей. А именно там, во мраке, в глубине таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души я. Довольно. Я опомнилась. Читайте это. Христиан Теодор отрекся от вас. Он милый человек, славный человек, но он труслив и жаден. Я не верю этой бумаге. А его подпись? Его печать? Его подпись. Его печать. Я подкупил вашего ничтожного жениха. Вы даже не даете мне опомниться. Ну, почем я знаю, может быть, вы тоже не любите меня. А сны? Если бы я не любил вас, откуда бы я знал ваши сны? Да, правда. Но я даже не знаю, как вас зовут. Теодор Христиан. Как хорошо. Теодор Христиан и Христиан Теодор. Это, в общем-то, одно и то же. Советник, уйдите. Молокосос, нахал! Тайные советники видели вас в обществе принцессы! Как вы посмели? Кто вам позволил? Кто?
Кто это вам позволил? Тихо. Тихо. Почему без доклада? Что? Я прикажу начальнику стражи посадить вас в тюрьму немедленно! Знакомьтесь, мой новый смотритель тюрем, мой новый начальник стражи. Очень приятно. Господа, дело номер 8989 закончено. Принцесса выбрала себе жениха. Кого же? Что? Я не знаю, как к этому отнесутся деловые круги. Начнутся всякие перемены. Мы этого терпеть не можем. Никаких перемен. Никаких планов. Никаких планов. Никаких мечтаний. Никаких мечтаний. Ясно? Поздравляю. Поздравляю, ваше превосходительство. Поздравляю. Поздравляю, ваше превосходительство. Величество, да, поздравляю. Поздравляю, от души поздравляю. Пьетро, как идут дела? Все в порядке. Народ ликует. Еще бы не ликовал. Сапоги. Че сапоги? Ну, вы забыли снять шпоры. И все узнают, кто вы. А я на русском. Спокойно. Ходишь, понимаешь, позвякаешь шпорами и слышишь только то, что тебе приятно услышать. Хвалит короля, хвалит меня. Знаешь, что я тебе скажу? Здесь государь празднует коронавание. Предстоит торжественная свадьба высочайших особ. А они что себе позволяют? Парни и девки целуются в двух шагах от дворца. В доме номер 8 жена портного вздумала сейчас рожать. В королевстве такое событие, она орёт. Старый кузнец в доме номер 3 взял и помер. В королевстве праздник, а он лежит себе в гробу, если ухом не поведет. А в каком? Это непорядок, непорядок. Луиза, он обманул вас. Луиза, ради бога, выслушайте меня. Уходите прочь отсюда. Вы негодяй и жалкий трус. Луиза. Теодор Христиан, дорогой мой, увези меня отсюда немедленно. Дорогой друг, махните на все рукой. Сейчас же махните, иначе вы сойдете с ума. Доктор, доктор, как она могла? Доктор, как этот негодяй заставил полюбить тебя? Очень просто, он ее ошеломил. Он рассказал ей все ее сны. Но откуда он их знает? Да ведь тени и сны находятся в родстве, они кажутся двоюродные. И вы все это знали? Да, конечно. И молчали? Конечно. И вам советую... Нет, я не стану молчать, я уничтожу его! Тихо, вы погубите себя и меня. Простите, я опаздываю. Я им всем расскажу, кто он такой! Я им всем открою глаза! Thank you.
Вы любите мороженое? Терпеть не могу. Дают, надо брать. Господин ученый! Господин ученый! Как я рада вас видеть! Анонсата, что ты здесь делаешь? Да мы переехали сюда. Вы понимаете, у меня ведь папа теперь начальник дворцовой стражи, и он приказал не выпускать меня за ограду. Я даже письма не могла вам написать. А вы, наверное, подумали, что я тоже от вас отказалась. Ты должна помочь мне проникнуть во дворец. Как? Вы хотите ее видеть? Но ведь она же вас так обидела! Все равно я должен там быть! Нет, господин ученый! Нет! Ну, я все что угодно для вас делаю, но только не это! Ну... Все, что угодно, только не это. Простите меня. Не сердитесь. Я буду вам помогать. Я очень верная девушка. Анонсата, какая грустная сказка. Вы все-таки здесь? Я должен сказать то, что я знаю. Это же самоубийство. Они отрубят вам голову. Не верю. Я живой, а он тень. Тихо. Что вы делаете? Может быть, я сошел с ума, я не знаю. Как вы можете идти туда безоружный? Но запомните хотя бы вот эти слова. Тень, знай свое место. Я не понимаю. Тихо. Все эти дни я рылся в старинных книгах о людях, потерявших свою тень. И вот, наконец, в одном трактате я вычитал следующее, что если хозяин тени крикнет ей «Тень!», знай свое место, она снова превратится в тень. Только на одну минуту. Это замечательно. И все убедятся, что он тень. Спасибо, доктор. Я думал погибнуть. Но победить куда лучше. Только обо мне ни слова, я с вами не виделся. Ой, куда он побежал? Я никак не могу за ним угнаться. У него такие длинные ноги. Туда. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы арестованы. Наручники? Снимите немедленно. Ну? Как твои дела, Христиан Теодор? Мои дела плохи, Теодор Христиан. Чем же они плохи? Я очутился в полном одиночестве. Что ж твои друзья? Им наклеветали на меня. А где же та, которую ты так любил? Она теперь твоя невеста. Кто же во всем этом виноват, Христиан Теодор? Ты виноват во всем этом, Теодор Христиан. Вот это настоящий разговор человека с тенью. Ты, как всегда, несправедлив ко мне. Все, что я сделал для тебя. Зачем тебе принцесса? Она дрянь! Пустая, злая девчонка! И не пытайся встать у меня на пути. Таких, как ты, я не боюсь. Тебе за мной не угнаться. Я могу стелиться по полу, скользить по стенам, заглядывать в любое окно. Способен ты на такую гибкость? Ты живешь в мире солнечных зайчиков, а я вижу всю теневую сторону вещей. И вот я на троне, а ты в тени! Ты прав. Я недооценил тебя. Какое ж ты низкое, изворотливое создание. Ну-ну, не будем ссориться. Хочешь сигару? Вы думаете о нем, о Христиане Теодоре? Да. Неужели вам кажется, что он может победить? А мне все равно. Да, напрасно. Настоящий человек – это тот, кто побеждает. Жаль только, что никогда не знаешь заранее, кто именно победит. Вот ты ругаешь меня. А я по тебе соскучился.
Без тебя мне как-то не по себе. Без тебя мне чего-то не достает. Я хочу сделать тебе деловое предложение. Какое же? Стань моей тенью. Я проведу тебя по приказу. Назначу хороший оклад. Я человек, а человек не может быть тенью. Ошибаешься! Познакомься. Это мои тени. Дневная, утренняя и вечерняя. Между прочим, это не какие-нибудь. Вот этот маленький магистр философии. Смотри! Негодяй. Празднуешь свою победу. Но недолго тебе осталось глумиться над людьми. Я им открою глаза. Я всем расскажу, кто ты такой. Кому ты расскажешь? Кому ты хочешь открыть глаза? Моим придворным? Моим гостям? Ну что ж, попробуй, друг мой. Садитесь. Нельзя. Садитесь. Не смей. Садитесь. Ну так уж и быть. Господа, мой ученый друг Христиан Теодор желает сделать какое-то интересное сообщение. Послушаем его. Господа, тот, кто сидит перед вами на троне, не человек, а тень! Моя тень! Стража! Хватайте его! Не спешите. Говори, неудачник. Я хочу полюбоваться на последнюю неудачу в твоей жизни. Господа, это жестокое существо погубит вас. Почему? Он тень. Тень! Как он у меня бесстрашен. Ужасно хочется, чтобы он победил. Юлия, мы с вами так дружили. Объясните им, кто я и кто он. Богиня, я вас обожаю, но если вы позволите себе лишнее, я вас порошок сотру. Тень? Тень – это вы. Неужели же я разговариваю в пустыне? Нет! Нет! Отец все время грозил, что он убьет вас, и поэтому я молчала. Вот тень! Вот она! Честное слово! Нет, она не может быть свидетельницей. Почему? Не может. Влюблена она в вас. Во как! Ага. Это правда? Анунциата. Да, правда. Простите меня за это. Спасибо. Эй, вы! Смотрите! Тень! Знай свое место. Вы не верили мне? Так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место.
видите? Видите? Я же вам говорила, что это тень! Я же молчать, молчать! Она не может быть свидетельницей! Не может! Господа, все разойдитесь быстро! Быстро отвернитесь, потому что мы не имеем права! Мы имеем право, вы не имеете права! На право расходитесь все! Быстро расходитесь! Быстро расходитесь! Отвернуться всем, господа! Расходитесь, я вам говорю! Быстренько! Сиди, что у меня здесь? Пусти! 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 Я тебе покажу! Лично я не вижу ничего особенного. Ну, похудел, ну, почернел. С кем этого не бывает? А он вообще себя очень плохо чувствует. Mm-hmm. Прилег отдохнуть? Да. Доктор. Доктор, вы можете этот феномен объяснить с научной точки зрения? Наука это допускает. Нервное истощение, избыток пигмента и так далее и тому подобное. Минута истекла. Ну, кто из нас победил? Христиан Теодор. Ну, хватит. Ты мне больше не доставишь огорчений. Эй, министры, взять его. Стража, отрубить ему голову. Барабаны! Барабаны! Эй, стража, увести арестанта! Господа, сейчас наша несравненная Юлия Джули исполнит песенку, подходящую к случаю. Не стоит голову терять. Не стоит голову терять. Это прекрасно. Стрекоза. Она была кокетка. Ее зеленые глаза губили мух нередко. Рычали мухи, словно львы, про дерзость и отвагу. Но попадали все, увы, на липкую бумагу. А стрекоза, стрекоза в каскадах бала косые щурила глаза и повторяла, как глупо голову терять, ах, как глупо. Я всем совет хотела бы дать, а не надо голову терять. А стрекоза, а-ха-ха, стрекоза в каскадах бала косые щурила глаза и повторяла,
Не надо голову терять, не надо голову терять, нельзя терять, нельзя терять, нельзя терять. Господа, вас это совершенно не касается. У кого есть голова на плечах, веселитесь, танцуйте, развлекайтесь. Объясните, пожалуйста. Конечно, конечно, все танцуем, все радуемся, развлекаемся. Все танцуем, хорошо, танцуем, все счастливы, наслаждаемся все. Хорошо, что у нас, все хорошо, вы меня обнимаете, что с ума сошли. Быстренько все разошлись, разговаривались, все разошлись быстро. Быстро все потанцевали, довольно, куда пошло. Не рассчитал. Ведь это же его тень. Тому отрубили голову, но и он, конечно, естественно, укротился. Сейчас же. Сейчас же. Что случилось, ваше высочество? Сейчас же исправить его. Я не хочу, не хочу, не хочу. Умоляю вас, успокойтесь. А что вы сказали, если ваш жених потерял голову? А он потерял голову от любви к вам. Да. Если вы сейчас же не исправите его, я прикажу вас повесить. А вам отрубить голову. У всех принцесс целые мужья. А у меня вот что. Свинство какое. Лакеи, придайте мне позу Эврика. Готово. Лакеи, несите меня рысью. Опа. Доктор, нам нужна ваша живая вода. И как можно быстрее. Но вы ведь знаете, что живая вода воскрешает только хороших людей. Значит, придется воскресить хорошего человека. Жутко не хочется. Но есть еще одно обстоятельство. Какое обстоятельство? Живую воду для ученого сможет зачерпнуть только тот, кто его любит. Иначе источник уйдет под землю. Всюду формализм, всюду волокита. А, вы его любите, вот вы и зачерпнете. У меня не выйдет. Почему это не выйдет? Я его предал. А, предал, да. Чепуха какая. Куда не пойдешь? За что не возьмешься? Одни только козни и препоны. Козни и препоны. А это дело. Вполне подойдет. Да, конечно. Прекрасно. Кажется, мы связались с неудачником. Потерять голову в такой важный момент. Болван, да ищи при всех. Шел бы к себе в апартаменты и терял бы там что угодно. Скотина. Бестактное существо. Не, надо его съесть, а? А может удрать? Поймаю. Мне надо его съесть. Ну уж придется. Съесть, говорю, все. Ура! Ура, ура, ваше величество! Как тебе идет голова, милый? Луиза, где он? Не знаю. Как ты себя чувствуешь, дорогой? Мне больно глотать. Ура! Все в порядке. Никаких перемен. Я спрашиваю, где он? А я отвечаю. Все в порядке, ваше величество. Сейчас он будет заключен в тюрьму. Да вы с ума сошли! Немедленно просить, умолять! Немедленно просить, чтобы он был здесь! Просить и умолять, и шагмарш, шагмарш. Зачем он тебе, Теодор Христиан? Мне страшно. Луиза. Я не могу жить без него. Он жив. Он поступал как безумец, шел прямо не сворачивая. Он был казнен. И вот он жив. Жив, как никто из нас. Господа, его светлость, господин ученый! Господа, я пришел, чтобы сказать вам, прощайте, я уезжаю из вашей страны. Нет! Нет! Христиан Теодор, я прошу тебя, останься со мной, останься.
Хочешь, я назначу тебя первым министром? Почему первым министром? Вот министр финансов. У него ужасное состояние здоровья. У кого это ужасное состояние здоровья? У вас. У меня? Да. У нас, у деловых людей, в минуту опасности на ногах вырастают крылья. Хочешь, я прогоню их всех? Пойдем отсюда, Нунцат. Погоди! Погоди! Луиза! Луиза! Уговори его! Уговори его! Молчи ты, трус! Что вы наделали, господа? Раз в жизни я встретила хорошего человека, и вы набросились на него, как псы. Прочь отсюда, тень. Стража, взять его. Пожалуйста, стража, взять его! Я его сейчас, я его бараньим рог согну. Долой, тень! Хватай его, хватай! Он убежал. Он скрылся, чтобы снова и снова вставать у меня на пути. Но я его не боюсь. Он ничто. Он тень. А мир держится на нас, на людях, которые работают. Я ухожу из вашего королевства богатых и злых бездельников. Дай руку, Анузата, пойдем отсюда. Как вы себя чувствуете, Христиан Теодор? Мне больно глотать. Христиан Теодор! Ведь я ошиблась один только раз. Останься. Или возьми меня с собой. Нет, принцесса. Христиан Теодор! Не уходи! Прошу тебя, останься! Господа, просите его. Ну, попросите, попросите, попросите. Останьтесь, ну, пожалуйста, останьтесь. Попросите его. Ну, останьтесь, побудьте у нас. Куда же вы? Еще детское время. И все-таки он победил. Извините, господа. Мне завтра рано вставать. Приходит пора. Раз, два. Приходит пора. Раз, два. Приходит пора неизбежной развязки, и сказочник к новой дороге готов. И стало быть, нам до конца нашей сказки осталось не больше, чем 10 шагов. Нам 10 шагов до конца нашей сказки, нам 9 шагов до конца нашей сказки, нам 8 шагов до конца, 7. 6, 5, 4, 3, 2.